Это канал творчества для всей семьи. Сегодня покажу, как сделать очаровательный сувенир на Пасху из доступных материалов. Буду использовать лоток для яиц на 12 штук. Разрезаю пополам. На каждый конус наклеила два дополнительных, чтобы нарастить высоту. Основу можно вырезать из любого картона. Подойдет гофрокартон. Папье-маше можно также сделать из яичных лотков. На канале есть видео, ссылка в описании. Вырезаю по размеру основы. Окрашиваю акриловыми красками, подойдут любые. Для забора лучше сначала окрасить картон, а затем уже разметить и вырезать.
Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!